Александр Штадель. Я ученик Валентина Владимировича Галузина, тубист Санкт-Петербургской филармонии. Я проучился у него практически 10 лет. Это было музыкальное училище имени Мусоргского и консерваторию, естественно. Я к нему пришел вот после музыкальной школы, ну, когда еще учился. Сказал, что все, я тебя беру. Я очень волновался. Вот. Он меня спросил какие-то элементарные вопросы про знаки, что-то. Это действительно был уникальный человек, незаурядная личность. И прежде всего тем, что он был не только просто великолепный тубист, у него был просто, можно сказать, дар. Вот он мог разглядеть в человеке его потенциал. Вот. И в момент занятий он всегда очень хорошо чувствовал ученика, что нужно ему подсказать, в какой момент. Настолько это было удивительно, что показалось бы, что можно определить по человеку, когда он играет. Ну, что-то у него не получается. Но вот он просто насквозь видел проблему. К примеру, что дыхание должно быть таким, что как будто ты отогреваешь стекло. Вот это я не забуду. Очень много. Или нужно сыграть так легко, как будто бежишь по тонкому льду и боишься провалиться. Вот. Не знаю, какие было словами передать, потому что когда занимаешься у него, все сразу вокруг получалось. Вокруг него какая-то была особая аура. Я у него проучился практически 10 лет. Вот. И это время, которое я вспоминаю с удовольствием, потому что из простого уличного парнишки я стал вот серьезным студентом, который ему с удовольствием просто бегал на все занятия. Когда учились в консерватории, ездили на конкурсы, все еще нас готовил, очень серьезно готовил, занимались несколько месяцев, плодотворная была работа. Вот, были успехи, были какие-то места. Вот, ну, безусловно, огромного количества учеников, которые у него были. И вот это очень сыграет. Великолепно играл в оркестре. Очень интересно, мы всегда ходили студентами слушать. Он и в классе играл. Валентин Владимирович проработал на этом месте больше 30 лет. Конечно, это уникальный, безусловно, был человек, потому что нужно было иметь незаурядные способности, чтобы просто сюда попасть. Вот. И он действительно ими обладал. Он попал довольно молодым. Требования в оркестре были настолько высокими, под управлением Моровинского, в легендарном коллективе, в легендарное время, начиная от классики, кончая современной музыкой. Здесь и Шостаковичи, прямо премьеры были. У него был широчайший диапазон. Больше 4 октав, насколько я слышал. Мне довелось поиграть немножко с Валентином Владимировичем. Вот буквально несколько программ. Здесь играли Берлиоза фантастическую, вот, играли Штрауса, сейчас не помню, Ивана Грозного играли, и Прокофьева играли. Ну, те, где вообще 4 тура есть такое, простите. У Валентина Владимировича были коронные номера, ну, не знаю, там, к примеру, Петрушку. Он играл так медведя, что в этом соло, что ну, люди просто действительно проникались, думали, что вокруг какой-то где-то рядом медведь. Потому что у него получалось совершенно удивительным образом. Василий Владимирович, конечно, славился своими учениками. Его преемники работают до сих пор и в Мариинском театре, и в филармонии. Так что это удивительный человек. Он тот период его, когда он стал верующим человеком, вот, он подсказывал такие очень правильные и мудрые, хорошие мысли о жизни. Валентина Владимировича, конечно, вспоминаю всегда, особенно когда что-то не получается. И, кстати, не только на инструменте, в жизни тоже.